Сын давай. Она алдында бар ғой бесмертный полк. Алдым. Я Бобров Роман, пришел на парад бессмертного полка вместе со своим дедушкой Бобровым Григорием. Он прошел всю блокаду Ленинграда от начала до конца. Для него 9 мая был самый большой праздник в жизни. И я пришел отдать честь, уважение, память всем ветеранам за нашу счастливую жизнь. Я Фирцев Анатолий Иванович. Это мой отец. Он был призван на фронт в самом начале, сразу же в первые же дни войны. Он был на передовой, был в артиллерии. Потом, значит, организовался Калининский фронт, когда по прорыву блокады Ленинграда. Он был в Старорусском районе, вот Ленинградской области. Там воевал и там погиб. Вот в преддверии 70-летия я летал самолетом сюда туда. И там, значит, нашел его захоронение. Он там, и про него написал стихи. Стоял над могилой, и жутко мне было. Отец ты мой милый, как сердце заныло. Ты рано погиб совсем молодой, и счастья не видел с проклятой войной. Это мои стихи, я написал. И плакал я там на взрыв. Зал сайт пырыт. Ата қабылдан ашқан істейсіз. 700 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